Ну что ж, я таки купил крахмал, хочу сейчас сделать ненютоновскую жидкость. И вот я купил 20 пакетов. Достаточно недорогая штука для того, чтобы мне это делать по 450 грамм здесь. Гель 2. Вот, для этого мне понадобится крахмал, мерный стакан. 500 мл здесь и кастрюля. Вот, сейчас. Один к одному говорю, то есть мне нужно 900 мл. Мы сейчас будем пробовать. Этого сходу мало. Давай добавляем еще 200. Уже вижу. Не знаю, может, еще не все размешал. Но этого много. Однозначно. То есть я добавил всего 700 миллилитров воды, и это много. Попробуем сейчас. Этому нужно постоять и слить немножко. Я решил слить немножко воды. Вот сейчас оно у меня выглядит где-то вот так вот. Вот, но у меня еще дома в запасе было немножко крахмала. Кладу немножко другой по цвету. Ну, сейчас попробуем его добавить. Должно же у нас что-то получиться. Выглядит вот так вот, это выглядит. Перемешиваем. Так, ну что ж, перемешали. Вот теперь это выглядит как-то так. А еще я хочу его покрасить. Мне понадобится для этого краситель для пасхальных яиц. У него в состав входит как раз краситель, крахмал и сахар. Так, мне нужен он, емкость и горячая вода. Горячая вода у нас течет с крана. Вот так, насыпаем краситель. На той камере у меня закончилась память, закончилась батарейка, поэтому продолжаем снимать на эту. Так, вот такая вот жижа у нас получилась, и теперь мы ее заливаем сюда. Так. Много, не мало. Так, и теперь перемешиваем. Перемешать будет ее сложновато. Ножик гнется.
Знаете, что мне это напоминает? Мне это напоминает в эквалайзере Windows заставки анимации. Ну вот такого цвета получилась сама жидкость. Размешать ее оказалось не так-то легко, потому что она очень плотная, и вот она кусками даже отстает там. Вот на ножике, с ножика это мы все снимаем. Вот и давайте попробуем это взять рукой. Оп. Вот такая вот фигня, которая в руке лепится легко. Вот так. Пробить невозможно. Пальцем тыкаешь, палец не тонет. А так это, в принципе, достаточно легкая и мягкая штука. Ну, забавно. Очень интересно. Такие сопли. Что мне теперь делать с этой жидкостью? Куда ее выливать? Ну, вообще цвет прикольный. Вам на камеру не передает. Он такой темно-темно-синий. Что мне с этим всем делать, пока не знаю. Не звучало, но сейчас будем не ньютоновскую жидкость выливать в сортир. Сортир у нас выглядит так. Жидкость у нас выглядит вот так вот. Так. И как же она будет выливаться? Как-то так. Бля, она такая тяжелая. Держать в руке ее невозможно. Да, ну, в общем, как-то так. Была буквально часа 3-4, и сейчас она пластилиновая. Вот вы можете видеть ее. Вот так вот. Ну и сейчас она крошится. Вот. Если ее не трогать, она стекает. Вот. Звуки, конечно, не очень. Но это очень интересно. То есть я ее оттуда с кастрюли достать просто так не могу. Кстати, не добавляйте в нее краситель пищевой, потом руки отмыть просто невозможно. Руками после пищевого красителя, мне ньютоновской жидкости. И это теперь нужно отмывать. Ну, оно хорошо хоть отмывается с мылом. Моете, и все отмоется. Мне еще предстоит отмывать. Что у меня все съемки в туалете проходят. В общем, итог какой. Постояла у меня жидкость часа 4, наверное. Это не ньютоновская. Оттуда она отслоилась от воды. Сам крахмал, порошок крахмала отслоился от воды. Вода всплыла вверх. Когда я ее выливал, вода вылилась, крахмал остался. Соответственно, какой я могу сделать вывод? Если вы хотите использовать ее два раза, у вас это получится. Поигрались, показали своим родным, близким, что
что это такое. Поставили, пускай стоит. Потом вода отслоится, вода испарится, крахмал останется. Когда к вам приедут знакомые, гости, вы можете использовать этот порошок по второму разу. Просто заливаете его водой еще раз, перемешиваете, и у вас опять-таки ньютоновская жидкость готова. Главное, что? Главное, не добавляйте краситель, потому что я вот до сих пор не могу отмыть руки. Ну как, я их отмыл, но это занимает дольше времени, чем сам процесс жидкости этой. Вот, поэтому вот как-то так. Ну что ж, друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Также не забудьте подписаться на канал. Где-то снизу там будет подписаться. До встречи. Всем пока.